Заместитель полномочного представителя президента России в ЦФО Мурат Зязиков прибыл в Орловскую область. В его рабочем графике встреча с орловчанами и членами правительства региона во главе с Вадимом Потомским. Отвечая на вопросы журналистов, Мурат Зязиков отметил, что во время беседы с губернатором обсуждался большой спектр вопросов от социально-экономического развития региона до подготовки к юбилею Победы. Мы все знаем, что идет подготовка очень сильно к 70-летию. Значит, Победы, создан комитет, и есть поручение президента Российской Федерации. В Ярославле прошел совет под руководством полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Александром Ильичем Бегловым. И мы вот посмотрели, что вот для реализации этих поручений делается на Орловщине. Я скажу, что делается очень много. И отношение к ветеранам, оно такое очень такое чуткое, трепетное. Также Мурат Зязиков провел личный прием граждан в приемной президента Российской Федерации в Орловской области. Большая часть обращений носила социальный характер. В частности, речь шла о строительстве дорог, оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме того, Мурат Зязиков посетил пункт временного размещения украинцев в Хатынецком районе. На сегодняшний день этот пункт самый большой в регионе. Он располагается на базе филиала технического колледжа. В ПВР проживают почти 80 человек. Вопросы, в первую очередь, это вопросы, связанные с ФМС, то есть оформление своего рода различных гражданств России, документов временного убежища, проживания. Вот. Вопросы также возникают по здравоохранению, медицинское обслуживание, все касается денег. Ну, все эти вопросы, как вы сегодня слышали, уже все не решаются. Напомним, с начала 2015 года на территорию Орловской области прибыло более 900 граждан Украины.